Видео снято для канала «Все о стиральных машинах» и сайта «Машмастер.ру». Сегодня я вам расскажу, как постирать салфетку для очков из микрофибры. У меня есть вот такая вот маленькая салфеточка. Стирать ее можно как вручную, соответственно, очень сильно по полосках, либо в стиральной машинке. Но после того, как вы достанете ее из стиральной машинки, ее нужно будет еще несколько раз прополоскать и повесить, сушить. Не на батарею, а просто на сушилку или на веревку там. Ну, она может не отстираться, то есть если вы ее запачкали чем-то еще, или, может быть, вы вытирали там. Ну, все что угодно могли вытереть ей, то, что не отстирается, просто обычная стирка. Для этого мы берем, мочим ее. Посыпаем немножечко порошка, прям чуть-чуть. Так, даем его намокнуть. И вот так вот потихонечку. Так вот мнем накапает. Я поэтому вам показываю. А потом ее мнем. Потом еще раз водичка. Раз, и опять мнем. Пока порошок. Так как он как бы гранулированный маленечко, его останется совсем чуть-чуть. И вот так вот он сложен в 4 вида. Мы оставляем на полчаса, чтобы она отстиралась, может быть, какие-то пятнышки. А после этого я покажу, как дальше стирать его в машине. Вот она полежала, салфеточка. Сейчас я вам покажу, как дальше продолжить стирку уже в машинке стиральной. И тут порошок почти растворился, он уже тут, он вся мыльная. Мы ее ложим в стиральную машинку, стираем на обычном режиме, главное, чтобы без красящих веществ. После я вам покажу, как ее достать и еще пополоскать. Все, включаем обычный режим. Порошок добавляем только для тех вещей, которые там уже есть. Совсем чуть-чуть, так как она у нас тоже мыльная. И включаем дополнительное полоскание в этот раз, потому что она надо, чтобы хорошо прополоскать вещи. Желательно полоскать вещи в такую тряпочку без кондиционера для белья. Машинка закончила свою стирку. Сейчас мы можем убедиться, как постиралась наша салфеточка для очков из микрофибры. То есть мы достаем из машинки. Сейчас я вам покажу, что делать дальше. То есть она у нас выстиралась, она такая чистенькая, но она кажется, как будто она мыльная. Так как микрофибра задерживает моющие вещества, ее нужно будет прополоскать еще 1-2-3 раза по мере того, как мы будем полоскивать дальше. Мы стирали, напомню, без кондиционера, поэтому, чтобы потом на стеклах оправы не оставалось следов от кондиционера, так как кондиционер немножко жирное такое вещество, которое выполаскивает порошок. Поэтому я вам сейчас покажу, как его полоскать. Обычно холодной водой полоскаем, отжимаем, полоскаем, отжимаем. Чем больше вы это делаете, тем больше шансов, что порошок выполоскивает. Вот. Несколько раз. И после этого мы не ложим на батарею, потому что она может пересохнуть и утерять свои свойства, чтобы вытирать без разводов. Мы вешаем на на веревку, но ни в коем случае не батарею, чтобы, во-первых, ткань не села, не пересохла, а во-вторых, чтобы она была не пересушенной. Так как если она будет пересушенной, она не будет так тереть, она будет царапать стекла, потому что материал может быть, так как если вы плохо выполоскали порошок, она может быть очень жесткой. Если видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания!